Так, добрый день, дорогие YouTube-зрители. Сегодня вам хочу рассказать такой небольшой способ. В общем, купил я мышку себе вот такую вот. Вот. Короче, купил и ставил батарейки, и она у меня, видите, я вожу, а она застревает на одном месте, то есть видно. Вот я вожу, и она так медленно, плавно, вот иногда нажимаешь два раза, она не нажимается. Вот, видите, я нажал два раза, а локальный диск не открылся. И, короче, жопа полная. Думаю, все, мышка тю-тю, ну, говно качество. Мышка 500 рублей стоит. То есть я играю, играю, а игра вдруг... Ну, то есть я нажимаю, а стрелка, она так идет, 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 хоп, на месте. Потом резко переводится. Вот видите, да, сейчас вниз повел, она затормозила. Что в таком случае мне помогло? В общем, в итоге я поставил новую батарейку в мышку, и теперь мышка летает, то есть все хорошо, все открывается. То есть бывает такое, то что мышке не хватает батарейки, и она начинает из-за этого тормозить. Все мышки ведут себя по-разному. Вот это вот, да, вот Logitech, это вот я, который приобрел, Smart Buy, точнее, вот она так работает. То есть я поставил старые батарейки, и она очень плохо работала. Вот, а вот у меня еще есть такая мышка, Свин называется. Вот. Я ее поставил, и ей похрену. То есть она работает нормально, когда батарейки садятся, она просто вырубается. А вот эта вот мышка при плохих батарейках, она работает нормально. То есть вот видите, я поставил новые батарейки, и вот сейчас два раза нажму, и все, и локальный диск открылся, да, то есть нет никаких проблем. Это такой вот небольшой совет, если вдруг у вас что-то случится с батарейками, ой, с мышкой, вдруг она там начнет плохо работать, да, нажиматься, попробуйте вот так сделать. Всем спасибо.